Привет, друзья. Ну, представляете, как мне приятно, потому что такой вебинар был потрясающий. Откуда я это знаю? Ну, пишут мне непрерывные благодарности. Ну, конечно, конечно. И сыну моему пишут, Алену Алиеву, и Шейле пишут, Шейле Алиеву. Все мы говорят, слушай, какое гармоничное такое состояние было. Все там, такая человечность. Потрясающе. Мне очень понравилось тоже, потому что 3 часа подряд наслаждался общечеловеческим общением. Это просто было, ну, такое вот явление, вот прошлый вебинар. И поэтому, как там прямо на глазах было видно, какие люди хорошие, ну, какие прекрасные люди. И даже те, которые были не в форме, вот страдали по каким-то там проблемам, там, вплоть до здоровья и так далее. И там было видно, как, применяя эти техники, разгрузку, там, саморегуляцию и все прочее. Я сейчас не буду это все детализировать, я просто хочу сказать, как было видно вот это общечеловеческое общение. Любовь, сопереживание, сострадание, сочувствие. Способность быть с собой, это высшее счастье такое, когда мы вместе все. Это просто потрясающий вебинар. И самое главное, как все друг другу хотели помочь. Все участники школы, всех будущего, Homo Futurus. Ну, это потрясающе. И прямо на глазах было видно, как человек выходит, например, с какой-то проблематикой, ну, по самочувствию, например, и потом в результате разгрузки, там, перезагрузки, применение ключевых приемов. Вдруг мы видим коренное изменение самочувствия, прямо коренной перелом, прямо на глазах. И когда спрашиваешь, а давно у вас такое было хорошее состояние? И человек вспоминает и говорит, да вот год не было такого состояния. А другой говорит, да я вообще не помню, когда такое состояние было, но это прекрасно. Я поэтому вам всем благодарен, я просто не мог не сделать этот ролик, чтобы поблагодарить вас всех, всех участников и всех участников школы «Человек будущего» Homo Futurus. Было видно, очевидно, как все пытаются помочь друг другу. Это потрясающе. Вместе мы силы, друзья. Да, такого канала на самом деле, я думаю, в интернете нет. Я так думаю, ну, может быть, мне так хочется думать, но можете сказать свое мнение. Где вы видели лучший канал, чем наш? И поэтому, если вы найдете, напишите, я посмотрю. И сниму тогда шляпу. Нету, которую, видите, я уже снял, наверное. Ну, до встречи. Спасибо, друзья.